Кульминацией Дня незалежности в Могилеве стал театрализованный концерт, присвященный Дню незалежности Беларуси и 75-й годовине обороны Могилева на площади Славы. А попередничала эта идея свята белорусской бульбы на Могилевской площади Зорок. Белорусские присмаки – это первое, чем цікавятся гости на свете белорусской бульбы. У нас сегодня утром были драники по заказу. Внучок приехал из России. Бабушкины вкусные драники? Да. Сколько ты можешь их съесть? Он поднимает. Сколько приготовить? На свете бульбы юные кулинары не только частуют, але и делятся эксклюзивными рецептами. Обычно из картошки, что ты можешь приготовить? Картошку-гармошку. Получается, картошку можно нарезать гармошкой и запекать ее в духовке. Цікавым свята оказалось и для замежных удельников. Гости из Паўдзённай Кореи расквятили сцену для кинотеатра «Радзіма» костюмами и мелодиями. А мы как бы отличаемся и по стилю жизни немножко, как бы, и наш климат немного отличается. Тут же исторический мы тоже отличаемся, поэтому как бы есть отличия в плане вот, музыки и танцев. Однако она считает, что как бы, вот, в плане души, по душе мы очень схожи, тоже теплые. Вот они тоже считают, что как, белорусы и корейцы тоже очень дружелюбные. Сёлетняя национальная накированность свята граджанам даспадобы долучаются до спеву и охотно подтрымливают удел у концертных номерах. Праздники вообще нужны в нашей жизни. Как бы там ни было, народ работая, потом приходится какого-то и праздника, чтобы было весело. Ну а тем более вот такие праздники общегородские, это всегда интересно. И в общем-то как-то от года к году все интереснее и интереснее становится. Просто больше, чтобы такого вот белорусского было. Даже наша белорусская мова, хоть мы и как-то не разговариваем, но очень красиво. Когда услышишь вот такую мелодичную белорусскую, вот язык, это не оторваться. Кульминацией дня стал театрализованный концерт, присвященный Дню незалежности Беларуси и 75-й годовине обороны Могилева на площади Славы. Тут выступили зорки российской и белорусской эстрады, у праводности народный артист СССР Иосиф Кобзон. У першиню прямую трансляцию мероприемства с площади Славы можно было убачить на телеканале «Беларусь-4 Могилев». Повтор трансляции глядите 17 липня. Седа Каспарова, Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, новины «Регион».